Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосе будут именно ваши составы. Плюс у нас сегодня, конечно же, конкурс. Ребята, мы дождались этого конкурса, вы большие молодцы, поставили лайки, но давайте-ка еще поддержим наше видео и влепим на нем 1000 лайков, а? Как вам такое? Ребят, смотрите, условия очень простые. Выходят ролики, под ними вы, естественно, оставляете свои составы, ставите лайки, все то же самое, что вы и делаете, просто делайте это активней, и, естественно, из всех наших подписчиков, которые будут это делать, в конце недели мы подведем итоги. В одном из роликов в конце видео будут итоги и объявим победителей, все очень изично, а призы даст вам наш подписчик, ссылочка на которого есть в описании. Кстати, если вы хотите прям сразу сейчас прокачать свой аккаунт, вы можете ему написать, он вкачает на максимум и сделает все, что вам хочется, и будете играть так же круто, как и мы. Да, все верно, ребята. А мы сейчас отправляемся куда? В турнирную арену, конечно же. И, кстати, мы играем на нашем топовом аккаунте 100 уровня с полной прокачанной подпиской дотса. А также на этом аккаунте есть все персонажи, они все прокачаны и все платиновые. Да, ребятки, вот как раз подписчик это все может сделать, ссылочка в описании, пишите, наслаждайтесь максимальной игрой, а мы поехали, выберем счастливчика. Вот так же, рандомным образом выберем и победителя, ребята, пишите просто ваши комментарии, ваши составчики, все пожелания, все, что хотите, любые комменты пишите, они все зайдут. Но главное, оставляйте один комментарий, ребята, ну, естественно, один лайк, и самое важное условие, поделиться со своими друзьями, это очень важно. Да, все очень легко, ребята, так что мы погнали, и первый состав, кто же у нас? Так, а это у нас составчик от Максима X. О, у нас был Никита X, а сейчас Максим X. Ух ты, интересно. X это прям у нас такая диаспора, что ли? Так, привет, Detol. Я поставил лайк, подписался, поделился, нажал на колокольчик. Мой состав загадка. Отлично, загадки мы очень любим. Крыса-мутант есть такая у нас. Вот он, супер-мышь-шреддер. О, видите, не хватает, а мы так раз купили, потому что баксиков-то у нас много. Так, супер-мутант, да, это супер-шреддер у нас. И большой карапуз с мозгом в животе. Хейх, есть такой тоже у нас карапузина. Большой мозг, это Крэнк. Так, жду очень конкурса. Пожалуйста, дружище, конкурс есть. Все очень просто, максимально упростили. И, кстати говоря, приз, какой приз мы разыгрываем же? Самый интересный, ребята. Мы разыгрываем. Не сказали? Да, не сказали. Представляешь? 100 тысяч, 100 тысяч баксов, ребята, и 10 колод. Вот такой вот приз от команды Detol. 10 самых крутых колод и 100 тысяч баксиков. Как вам такое, а? Два победителя у нас будет. Так что пишите, можете победить, забрать этот приз. Да, ребята, так что участвуйте в конкурсе, и мы погнали в бой. Да, кстати, Максим спрашивал, Detol, а играете ли вы в Roblox? Кстати говоря, можете любые вопросы задавать нам в комментариях, мы на все ответим. Прям пишите пожелания, комментарии. Да, ребята, мы играли в Roblox, у нас есть даже видео по ним, по Roblox. Можете посмотреть, поискать, написать Detol Roblox, и вам все выдаст, все, что вы хотите посмотреть. Во что мы играли и во что, возможно, играем. Да, так, ну что же, у нас здесь Донни волшебник. Давай с него начинать хорошую атаку от Супер Шреддера вторую. Да, мощную атаку, ребята, и, конечно же, не забывайте про ваши составчики, про лайки и делиться, потому что это вам даст преимущество в победе в конкурсе. Да, и, подожди, добиваем. А чё Донни из мультика такой, там же волшебник Донни. Ой, волшебник Донни, точно, слушай, я заболтался, я ее не увидел, не посмотрел, ну ничего страшного, пока он никого не подлечил, мы пока что в плюсе, вот сейчас, конечно, может быть, он и подлечит себя подлечит, потому что только ему мы отняли, да? А, да, вот и как раз же он и лечится. Ну, отлично, ничего страшного. Одну атаку, считай, потеряли. Это не очень большая потеря. Массовая атака и контратака сразу же от Сплиттера. Хан тут рвется в бой, защиту понижена. Тяжело, тяжело нам будет. Да, и здесь у нас, конечно же, опа, по Донни дамаг проходит. Ой, не добьем, наверное. Ой, не добьем. Но подлечиться он уже не сможет, к сожалению, и к счастью нашему. Поэтому да, добиваем. Все, Игорь, у нас на самом деле не очень хорошая ситуация. У Сенсея половины запас здоровья нет. У Супер Шреддера тоже, боюсь, скоро не будет. Ну, слушай, тут зато мы контратакуем хорошо. Я думаю, что мы должны справиться. Слушай, очень хорошо. Сильно, конечно, сильно. Давай Хана добьем уже, чтобы два соперника осталось. Согласен, теперь у Фана была контратака, а нам это не нужно. Так, и добиваем. Нет, не добиваем.
Не добиваем. Крэнк добьет, отлично. Остается у нас только Майки, который так очень любит невидимость, что постоянно в нее уходит. Постоянно. Бомбочка, ой, контратака. Атака, и Сенсей, конечно же, сразу же рвется в бой. Слушай, да, по хелсам тут, конечно, беда у нас. Если бы сейчас не последние добивочные шаги такие, мы бы, конечно, может быть, и проиграли. Победа! 456, и да, Супершеддер ставит точку в этой битве. Погнали дальше, какой следующий состав? Так, Хамелеон пишет нам, Go конкурс, состав мега загадка, представляешь, вот это да. Ну, ребят, конкурс уже есть, делитесь видосиком, ставьте лайки и пишите ваши составщики, пожелания, комментарии, все подряд. И любой рандомный, вот как и мы выбираем сейчас составы, человек, наш подписчик попадет в конкурс и выиграет суперприз 100 тысяч баксов и 10 эпических самых крутых колод от нашего, конечно же, подписчика. Так, ну что у нас? Наемный убийца космоса. Наемный убийца космоса. Вот это да. Вот это поворот. Ой, слушай, это прикинь, тут есть... Нейтрализатор, тут есть разгадки, но они тоже загадки. Представляешь? То есть у нас есть сложная загадка. Загадки? Да, разгадка в виде загадки. Бронированная акула это у нас. Представляешь? Вот так вот. Ладно, будем читать по порядку. Ученик Шреддера, версия 3.0. Ух ты ж, блин. Ученик Шреддера, версия 3.0. Тут очень глубокий смысл зарыт в этом всем. То есть у кого было три мутации, он был учеником Шреддера. Я просто разгадываю... Ну, это Крис Брэдфорда, может быть? Ну вот, и я, получается, тут разгадку вижу, и написано, это Костлявый Брэдфорд. А Костлявый Брэдфорд, это у нас Рокзар. Очень крутой, кстати, Хамелеон нам загадку придумал. То есть двухступенчатая такая загадка. Красава. Загадка в загадке. Матрешка. Оружие. Проклятые клинки. Проклятые клинки какие-то. Интересно. Если что, это бешеная белка. Вот так вот написано, прям бешеная белка. Вот так вот, ребята. Даже нету точной отгадки, но наводочка хорошая. Классно, Хамелеон, спасибо. Тоже, кстати говоря, все, кто писали уже комментарии, все участвуют, ребята, в конкурсе. Так что пишите больше комментов, ставьте лайки, но самое главное, один комментарий написать. Не строчите их по миллиону, все равно ничего вам это не даст. Не учитывая так, рандомайзер. Ну что ж, давай начнем с Биба Парвозового. Он у нас хилер. Прям сразу же заряжаем от наших... Ногами? Безумных песков, или как там это оружие? Проклятые клинки. Бабах ему с ноги, с клинка, и еще и зацарапает Рокзар, и вообще шикарно будет. Наш костлявый друг на ура сейчас отыграл, и массовая атака от Майки пошла в бой. Так, у нас здесь Бибончик давай получит... Давай на ура его прям. Не-не-не, да? Третья атака. Давай. Ну, с одного, наверное, не сможем. Почему? Ну, кажется, не кусанем. Не кусанули с одного, ты видишь, вот чуть-чуть уже стоит. Большой у него запас здоровья, 9300 мы нанесли урона, и даже этого было недостаточно. Да, очень мощный Армагон и очень много здоровья у Бибончика. Бибончик, конечно, ну, здоровяк, что тут скажешь. Так, у нас ракета прилетела, и посмотри, как мало здоровья осталось у нашего железного акулового друга. Да, конечно, Армагон пострадал, ребята, конкретненько. Майки танцует, повышая тем самым атаку, а это очень плохо, не на руку нам совсем. И у нас остались крутые персы, если честно. Что, Майки, будем атаковать? Да, у них есть массовые атаки, ну да, давай, конечно, Майки. Пониженная у него по нему, давай лучше слэша. Давай попробуем слэша, 300. Ну, а что делать? Руками его бахнем сейчас, попробуем еще Алапекс. Да, именно так. 3000, ребята, сильно. Атака в минус ушла, но Майки все равно держится. Смотри как, а. Ой-ой-ой-ой, по Армагону. Слэш рвется в бой, делает сальтуху, атакует нашего Алапекс, промахивается. Добиваем слэшика, хорошо. Остался Ваня Стиранка, и он почти что добивает Армагошу. Давай. Что же творится? Что творится? Так, обычная атака от нашего Армагона. Погнали. О, отлично. 5, хорошо 200, бахнул. Постепенно. Очень хорошо. Не добьем его, я чувствую. Нет, не добили. Теряем Армагона все-таки. Все-таки теряем, но приходит на помощь Алапекс. И хорошенечко дает сбучку Майке. Он его оставит, на самом деле, Майнстер. Постепенно урон бы его добил. Но мы все равно рвемся в бой. Смотри, как помогает хорошо. А, помогает и помогает. А мы когти кидаем, бросаем и добиваем, ребята. Вот это очень круто было.
шикарные составы. Не забывайте про наш конкурс. Ребят, все очень. Вот самый простой конкурс на свете. Просто делимся видео, ставим лайк и пишем комментарий. А в комментарии желательно написать состав загадочку и какой-нибудь вопросик, пожелание задать или что-нибудь такое классное написать. Прям шикарно. Но выбирать будем опять же рандомно. Прям в рандомайзер будем забивать все видосы. Из видосов будут выпадать комментарии, и рандомайзер прям выбирает. Вот как мы выбираем сейчас, собственно, наши составы. Так что под каждым видео ставьте, пишите, и в конце недели мы подведем итоги. Итоги будут подведены прямо в конце ролика, который будет в выходные, и там будет все, уже будет предельно ясно. Напишите нашему подписчику, он вам все вкачает, баксики, колоды, все как надо. Да, ребята, вам огромное спасибо за просмотр, и до новых встреч в новых видео. Пока, ребят. Пока.